Многие в России тоже, по-моему, как-то они недооценивают значение европейской интеграции, говоря о том, что, конечно, Греция не самый сильный игрок там, и она вот имеет слабую экономику, и было бы хорошо для Европейского Союза, если бы она вышла. Но я думаю, что это была бы катастрофа для европейской интеграции, для европейской идеи. Потому что это был бы сигнал всему миру, что интеграция идет вспять. И в этом смысле мы должны отдавать себе отчет в том, что вот спасение Греции – это спасение Европы, даже лучше сказать, спасение интеграционной Европы. К тому же у нас часто не понимают здесь в стране, что вот, часто говорят, вот немцы, там, простые немцы не хотят больше оплачивать, значит, безответственность там греков, португальцев, финландцев, но здесь ситуация не такая простая. На самом деле немцы очень много выигрывают от того, что еврозона большая. Там есть разные подсчеты, что если бы единое экономическое пространство стало бы сужаться, то немцы принесли бы большие жертвы. Потому что немцы действительно очень много продают товаров по всему миру и в Европе в частности. И если бы, значит, эти страны не были бы способны оплачивать эти товары, то у немцев была бы просто безработица. На самом деле, если так попросту говорить, здесь, конечно, более сложные зависимости, но спасая Грецию, Германия спасает себя, я бы так сказал, без особого преувеличения. Есть одно обстоятельство, которое сегодня внушает, с моей точки зрения, некоторый оптимизм в ситуацию. Дело в том, что когда создавалось евро, то очень многие люди, в том числе и я, должен признаться, думали, что все-таки это какая-то странная структура, когда у вас одна валюта, а правительства все суверенные. Вот был такой план Вернера еще в начале 70-х годов. Там многие были убеждены в том, что единой валюты быть не может. Единая валюта возникает только тогда, когда единое правительство возникает. Но вот все-таки получилось, и 10 лет эта система работает. Но, с другой стороны, никто не отменял закона неравномерного развития. И в каждой стране есть свой юг, свой север. И, похоже, надо смириться с тем, что и в большой Европе, в Европейском едином экономическом пространстве будет свой север и свой юг. Но как это в Италии, например, есть, да? Вот многие итальянцы говорят, что Италия – это вот от Милана до Рима, а после Рима уже Африка начинается. И они часто тоже переживают, что вот нам нужно субсидировать юг, а они вот там меньше работают, чем мы, что о том, что производительность труда у них низкая. Но я иногда полушутя, полусерьезно говорю, что там жарко очень, чтобы производительность была такая же, как в Германии. Но дело даже не в этом. Это разные экономики. Я не знаю, какую производительность там надо повышать. Потому что немцы делают машины, оборудование, греки в основном, что рыболовство, туризм. Что там нужно увеличивать? Другое дело, что оптимизм внушает мне, что есть мастрихтские критерии. Это вот очень важная вещь. В соответствии с мастрихтскими критериями, значит, отношение государственного долга к ВВП должно быть не больше 60%. И текущие дефициты бюджета должны быть не больше 3% по отношению к валовому внутреннему продукту. И если смотреть чуть-чуть глубже на эту ситуацию, то чем вызвано вот это бурное развитие государственных долгов, государственных бюджетов? А ведь вызвано это просто глобальным мировым экономическим кризисом. И если бы не было этих бюджетов, дефицитных бюджетов, то мы бы сейчас во всем мире имели безработицу сумасшедшую.
Вот это вот важно понимать, что это какой-то размен произошел. Да, увеличились государственные долги, увеличились дефициты бюджетов, но зато спасены были экономики. И везде это и Россия, и Китай, и Америка, и Европа, это одно и то же. Сейчас вроде бы надо жить уже посредством. И сегодня, по-моему, европейцы понимают, что нужно жестче относиться к выполнению этих критерий. А ничего в мире не придумано, кроме кнута и пряника. И мне кажется, что вот отныне мы будем иметь такой жесткий механизм наказаний стран за превышение вот этих критериев. И это будет являться гарантией того, что не произойдет вот таких больших разрывов. Вот мне думается, что вот в этом заложена, как бы сказать, заложена предпосылки для будущей стабильности в Европе. Потому что это грандиозное достижение человечества, если вы хотите. Единая валюта при разных правительствах. Это удивительный эксперимент. И как, что бы мы ни говорили о крахах, там, всегда продаются плохие новости. А особенно хорошо продаются особенно плохие новости. И, естественно, в средствах массовой информации это все время спекуляция на эту тему есть. Но это удивительное достижение. И, конечно же, Европа будет придерживаться этих критериев. И понятно, что греки должны понять, что они жили чуть-чуть непосредственно. И они, между прочим, выполняют, несмотря на то, что это очень антипопулистские меры, и вы знаете, там есть забастовки и неприятия этих мер, но они все-таки начинают действительно реально жить посредством. У них уже большие успехи в снижении дефицита бюджета. И впредь, конечно же, Брюссель, наверное, получит больше полномочий в координации фискальных политик. Это самое, наверное, главное. А так мы все равно должны привыкнуть к тому, что никогда не будет единой производительности труда нигде. Похоже, что с этим надо мириться. Но весь мир так живет. И я думаю, что Европа тоже так будет жить. Я хотел сказать о роли политики. Что касается ФРБ, то немецкие политические лидеры сделали три ошибки в новейшей истории, экономических ошибки. Были совершены политически оправданные действия, которые противоречили экономическим реалиям. Первая ошибка была сделана в июне 1990 года, когда было принято решение об экономическом валютном союзе ФРБ и ГДР, который вступил в силу 2 июля 1990 года. Тогдашний президент Бундесбанка господин Пёрн и все экономисты были против такого решения. Германия очень дорого заплатила за этот валютный союз. И тогда уже были заложены первые предпосылки того государственного долга, который сейчас составляет более 70% от валового внутреннего продукта. Вторая ошибка была, когда Германия настояла на широком составе участников еврозоны. По моим оценкам, с точки зрения критериев, отвечающим экономическим параметрам, соответственно, не более 5-7 стран. Сейчас в еврозоне 17 стран. И еще одна экономическая ошибка, политически оправданная, была сделана в 2001 году, когда были приняты страны Центральной и Восточной Европы. И вот в этом плане политически оправданные решения, не подкрепленные экономическими механизмами, есть урок для России. Когда нельзя все-таки следовать с такими решениями, не имея той экономической базы, на которую политики могут опереться, потому что это, как говорят немцы, ункостом, да, то есть очень большие издержки, за которые приходится платить, в том числе угрозой развала ли еврозоны или Евросоюза. Самая чувствительная проблема для России – это стабильность доллара. И слава Богу, что, похоже, сегодня будет принято правильное решение. Американцы, несмотря на то, что они
и любят так, в такой покер играть, демократы, республиканцы, но без 5-12, по-моему, они договорились. И надо сказать, что здесь Обама молодец, в моем представлении, что он не уступил республиканцам. Но это уже, так сказать, субъективная точка зрения, но, правда, у нас все субъективно. Я что хочу сказать здесь? Вот для России должно быть очевидно одно, что есть в мире две валюты. Это валюта родственная, это евроатлантическая цивилизация. Американцы заинтересованы, у нас заинтересованы в стабильности евро, и Европа заинтересована в стабильности доллара, как и Китай. Конечно, это несправедливо, что нет мировой валюты, но мы должны мириться с тем, что есть две валюты, одна резервная, другая, будем говорить так, полурезервная, я имею в виду резервная, это американский доллар, полурезервная, это евро, и это всерьез и надолго. Не могу сказать, что forever, ничего нельзя говорить forever, но что это всерьез и надолго, это правильно. И вы помните, когда евро возникло, курс был от 1 евро, да, 1,17 доллара, да, а сегодня, ну, уже 10 лет прошло, а сегодня 1,44, ну, может быть, 1,20, потом, может быть, там, даже 1:1, такие качели могут быть. Но мы не должны поддаваться панике здесь никакой и принять это как данное, что пока нет единого центрального банка мирового, мы должны смириться с тем, что американский доллар и евро будут две валюты, которые, так сказать, которые стоит зарабатывать и не предрекать постоянно конец света с этими деньгами. Я бы сказал так, что нам надо, вообще-то говоря, когда мы говорим о том, как их неприятности на нас влияют, надо подумать о другом. Нам бы надо было помечтать о том, чтобы мы имели такие неприятности, какие имеют евро и доллар. Хочу сказать, что самое главное, что мы должны все отдавать себе в этом отчет, что стабильность валюты – это прежде всего внутреннее обесценение денег. И у нас здесь катастрофа по сравнению с другими странами и Европейского Союза, но даже и БРИКС, и даже и Бразилии. Дело в том, что у нас все время на уровне двузначной цифры инфляция происходит. А если мы возьмем продуктовую инфляцию, которая, собственно говоря, для нашего не очень богатого населения имеет решающее значение, то там все 15-20. Поэтому всякие разговоры о прибавках там на 6%, на 7%, они, конечно, много не стоят. Поэтому, а у нас инфляция, она, я не буду говорить о причинах, это особая тема, но она у нас как бы встроена в нашу жизнь. Мы это не замечаем. Но на самом деле это замечают люди, которые, в общем-то, живут, как бы это сказать так, борется за выживание процентов 50-60 наших граждан. И инфляция здесь играет большую роль. Это первое. Во-вторых, надо подумать о том, чтобы вот русский рубль, но это тоже связано с инфляцией, может в каком-то смысле заменить и евро, и доллар вот в нашем постсоветском пространстве. И это очень было бы правильно. И тогда мы бы получили тоже преимущество единого экономического пространства, которое мы сейчас не имеем. Такое же, какое имеет и Германия, и Греция. Я специально говорю о двух этих полярных странах. И для СНГ, и для Евразес. Это было бы очень важно иметь единое экономическое пространство. Потому что страна со 140-миллионным населением, это, в общем, не то, не все. Она нуждается в интеграционном блоке. Вот Китай не нуждается, Индия не нуждается, а мы нуждаемся. И вот здесь наши усилия должны быть направлены на то, чтобы попытаться, точно так же, как европейцы, постепенно вот создать единое экономическое пространство. У меня здесь тоже есть оптимистическое представление, связанное с реальным
с реальным запуском работы таможенного союза. Это важная вещь. Вот. Дай Бог, чтобы дальше это дело развивалось, и мы получили единое экономическое пространство. Но снижение инфляции до 2-3%, а во всей Европе 2%, ну сейчас там немножко подскочило, там где-то есть 5%, но вообще-то говоря, это было бы большое подспорье для нас. Вот добиться таких же темпов инфляции, как в США или в Европейском Союзе.